Добрый вечер! В эфире программа «Неделя спорта». А это значит, что в ближайшие 12 минут тебя ждет крутая подборка спортивных новостей. Поехали! 7 октября в стенах культурно-спортивного комплекса «Уникс» состоялся очередной этап ежегодной спартакиады КФУ среди первокурсников. На этот раз сильнейшего выявляли в мини-футболе. О результатах нам расскажет Анастасия Павлова. В прошедшие выходные 16 институтов Казанского университета встретились на площадке культурно-спортивного комплекса «Уникс» в рамках спартакиады среди студентов первого курса. На этот раз мини-футбол. Турнир проходил по олимпийской системе на вылет до одной победы. Для всех зрителей данного турнира стало большой неожиданностью выход Института экологии и природопользования в четверку лучших, где им конкуренцию составили команды Института геологии и нефтегазовых технологий, Набережно-Челнинского института и юридического факультета. Наша команда проходила очень серьезные сборы, тренера дали очень серьезные нагрузки, и к этой спартакиаде мы подошли в хорошей форме. Результат дал показать. Спартакиада дает нам спортивно развиваться физически, морально. Первый полуфинал сборной геологов против юрфака. Команды показали достойную игру и длительное время держали равный счет. Однако на последних минутах турнира команда юрфака забила соперникам гол, тем самым обеспечив себе дорогу в финал. Пару в финале юрфаку составили игроки сборной Набережно-Челнинского института Казанского федерального университета. Предсказать исход матча было сложно. В первом тайме юрфак открыл счет, забив 2 гола подряд. Однако челнинцы не были готовы отдать победу и быстро сравняли счет. Во втором тайме команды также шли на равных, и итог игры решила серия пенальти. Удача обернулась институту Набережных Челнов. Они словно вырвали победу, забив 4 гола из 5. Матч закончился с общим счетом 4-3. На спартакиаду первокурсника мы уже приезжаем 4-й раз. Уже позапрошлым годом мы общую спартакиаду выиграли. В этом году тоже постараемся занять 1-е место. В финале юридический факультет, да, по достоинству сопротивлялся против наших команд. Получилась хорошая, отличная игра. Ну а серия пенальти – это, конечно, лотерея. Должны были выиграть и юристы, и Набережно-Челнинский институт. Нашим просто повезло. Анастасия Павлова, Эльвина Губайдуллина. Неделя спорта. А мы продолжаем программу «Неделя спорта». И сегодня у нас в гостях Алексей Николаевич Ливанов, начальник отдела организации физкультурно-массовых и спортивной работы. Здравствуйте, Алексей Николаевич. Здравствуйте. Вы были с нашими спортсменами на 10-м Всероссийском фестивале студенческого спорта. Расскажите, пожалуйста, поподробнее об этом фестивале и, в принципе, о результатах нашей сборной. Все верно. С 1 по 6 октября этого года 10-й юбилейный Всероссийский фестиваль студенческого спорта в этом году прошел в городе Коломна, Подмосковье. Наш Казанский федеральный университет представлял Республику Татарстан на данном фестивале. Фестиваль юбилейный. Студенты нашего университета принимают не первый год участия, но каждый фестиваль он отличается. В этом году организаторами фестиваля был поставлен новый вид программы, это конькобежный спорт. И тем более данный вид проходил на лучшем крытым ледовом центре России, где проходил этап Кубка мира и чемпионаты Европы. Поэтому студентам очень понравился данный вид, и с интересом мы ждали результатов. Но оказалось для наших спортсменов данный вид самым успешным. Но если говорить о фестивале в общем, можно подвести некоторую черту и посмотреть на результаты, которые наши студенты показали. В этом году от нашего университета принимала участие баскетбольная команда 3-3 среди мужских команд и среди женских команд. Среди мужских команд ребята неплохо показали себя, выиграв все результаты в групповом этапе. Пройдя 1/8 и 1/4 финала, ребята вышли в полуфинал. Но, к сожалению, в упорной борьбе проиграли 1 очко и не смогли бороться за 1-е место. В матче за 3-е место нашим ребятам предстояла серьезная команда Челябинской области. К сожалению, наши ребята проиграли, заняли 4-е место. Если смотреть женский турнир, наши девушки неплохо проявили себя. Конечно, игры были не совсем
однозначные, где-то проигрыши, где-то выигрыши. Но в любом случае девушки боролись до конца, дошли до стадии 1/4 финала, где заняли в итоговом протоколе 5-е место. В программе плавания в этом году была серьезная конкуренция. Наша команда представили, как и старички, грубо говоря, студенты старших курсов. В этом году мы также привлекли и студентов первого курса. Среди них был мастер спорта Раков Степан, Институт международных отношений, и Камалеева Гульна, кандидат мастера спорта, Институт фундаментальной медицины и биологии. Ребята показали очень хороший результат, хорошие секунды, но, к сожалению, большая конкуренция оставила наших спортсменов лишь только на 7-м месте. Следующим видом программы у нас проходили шахматы. В этом году в этом виде программы мы ждали хороших результатов, так как наша команда поехала на фестиваль в ранге действующих победителей фестиваля. Но, к сожалению, смена поколения, к сожалению, с прошлогоднего состава у нас ушли лидеры команды среди девушек. К сожалению, в этом году шахматисты у нас немного слабовато выступили и закрепились в середине турнирной таблицы. Самым интересным для нас новый вид спорта оказался конькобежный спорт. В данном виде программы, к счастью для нас, и очень интересно оказалось то, что на фестивале не было равных нам. Ребята бежали личные три дистанции, это 100, 300 и 500 метров. Также организаторам турнира было предложено поучаствовать командам в двух эстафетах. Это командный спринт и встречная эстафета. По всем видам программы в данном виде фестиваля наши спортсмены забрали все золотые медали. И плюс у нас один представитель на личной дистанции стал второе место. Ну, думаю, наверное, можно назвать фамилии наших победителей. Это Гатин Даниил, выиграл все золотые медали Институт международных отношений. И Заусаева Татьяна, юридический факультет. Это наши лидеры в данном виде. Следующие виды программы у нас представили в гиревом спорте. Здесь выступал мастер спорта по гиревому спорту Хаким Ильнур. В прошлом году Ильнур остановился на фестивале на строчку ниже, то есть занял 5-е место. В этом году немного улучшил результат, но, к сожалению, по итогам двоеборья он занял только 4-е место, остановился в шаге от медали. И еще один интересный вид, где мы никогда не попадали в призы. В последний день фестиваля состоялась полоса препятствий, это комбинированная эстафета. В этом году организатор турнира включили в эстафету разные элементы. Это и легкая атлетика, и баскетбол, и хоккей. Было предложено 10 этапов. Участвовали 5 юношей и 5 девушек. Наша команда показала высокие результаты. Хорошее время, это лучшее время. Но, к сожалению, получив на одном этапе штраф, мы проиграли хозяину турнира всего 0,17 сотых секунды, то есть меньше секунды, и довольствовались только вторым местом. Подведя итоги данного фестиваля, можно отметить, за последние 4 года участие наших студентов именно в данном фестивале, в этом году мы показали наивысшие результаты. То есть у нас получается первое место в конькобежном спорте, второе место в полосе препятствий и завоевали 11 индивидуальных медалей. Поэтому поздравляю наших студентов, наших спортсменов, поздравляю наш университет и республику с неплохим результатом. Надеюсь, в будущем наш студент покажет еще выше и подтянемся к лидерам регионов. Какой, в принципе, у наших ребят вектор развития на ближайший год? Если брать ближайший учебный год, также мы сейчас переходим плотно к спартакиаде вузов Республики Татарстан. Планируем
хорошо выступить во всех видах спорта, побороться с Поволжской академией. Но и есть виды спорта в этом году, которые новые для нас, и мы постараемся принять участие и создавать новые направления, новые команды в нашем университете. Спасибо большое. Давайте перейдем к следующей теме. Спартакиада первого курса КФУ. Как вы, в принципе, оцениваете подготовку наших ребят и в целом спартакиаду? Если рассматривать те виды, которые уже прошли, очень отрадно, что в некоторых видах у нас в этом году очень хорошее пополнение. Пополнение на фоне даже сборной нашего университета. Очень серьезная конкуренция прошла в соревнованиях по настольному теннису. Интересно то, что первое место завоевал в этом году Институт вычислительной математики. Вот. Ну, в шахматах традиционно есть институты-лидеры команды, которые занимают постоянно в этом виде спорта. В мини-футболе в этом году также порадовало то, что помимо юридического факультета и Набережно-Челнинского института, третье место заняла команда Института экологии. Это команда института из малой группы. Вот, они, в принципе, на равных конкурировали с большими нашими подразделениями. Но надеемся, в оставшихся два видах будет интересная борьба, и мы посмотрим на ярких спортсменов нашего университета. Спасибо большое. А с нами был Алексей Николаевич Ливанов, начальник отдела организации физкультурно-массовой и спортивной работы. Спасибо вам за приглашение. Спасибо вам, что пришли. Это была программа «Неделя спорта», и с вами была я, Виктория Степина. До новых встреч!